На сьогодні досить таки актуальна, я б сказав, навіть вічна тема. Це, знаєте, такі правильні стосунки у шлюбі, або, як люди знаючи, називають їх здорові стосунки у шлюбі. У нас сьогодні Ольга Ситнікова, психолог. Доброго ранку. Доброго ранку. І ми нарешті розберемося, що ж таке ось ці здорові стосунки у шлюбі. Це взагалі як? Давайте почнемо з того. Спробуємо хоча б взагалі, яка це має бути форма, що це, чи є коротке визначення, а потім вже по пункту будемо розбирати, як до цього прийти. Здравствуйте всем. Еще раз, если мы говорим о здоровой семье, а здоровая семья – это функциональная семья, в которой здравомыслящий муж, здравомыслящая жена. Что я имею в виду? Это когда они прошли, можно сказать, уже все этапы исцеления внутреннего. Так. То есть для того, чтобы создать семью, нужно подготовиться. Здоровая семья – это длительная подготовка. Мы должны готовиться к этому. Это не так, побежали, вот он, моя мечта, все, бегом, все, побежали. И на самом деле к этому готовимся. И готовимся долго. Тобто це ми зараз маємо на увазі ось попередні стосунки до шлюбу, чи яка саме підготовка? До того, як вийти замуж, либо жениться, необхідно підготовитися. Тобто, потрібно пройти внутрішнє зцілення, щоб твій, скажімо так, внутрішній чоловік був готовий до цього. Тому що якщо чоловік не готовий, оттуда і ссори, і розводи, і багато недопонимання в сім'ї. Тобто, обов'язково я рекомендую проходити, як я це пройшла, це внутрішнє зцілення. Так, я зрозумів. Тобто, виходить, це спочатку внутрішнє зцілення, потім ми переходимо до здорових стосунків. Проте є також важливий момент у тому, що от люди, наприклад, якщо 10 років прожили разом у шлюбі, у них також бувають багато там з'ясування відносин, вони роблять один одного винними в чомусь. Це ж теж щоденна праця. Як тут бути? Якщо люди вже прожили 10 лет, і вони понимают, что что-то в нашей семье происходит не так, что-то пошло не так, то здравая семья, она сядет и будет разбираться. Давай поймем, что с нами происходит. То есть сядут и будут разговаривать. Не так, что горшки побили, побежали, да, друг на друга обиделись. И, как правило, все виноваты. Ну, в двух сторон всегда виноваты оба. И поэтому в идеале такой семье сесть и разговаривать, договориться, прописать, что произошло не так. То есть нужно сесть, поговорить і записати всі свої мінуси. Дивіться, такий саме цікавий момент, ось ви говорили про підготовку до шлюбу. Я чула про те, що навіть до шлюбу потрібно готуватися з дитинства, грубо кажучи. Про те, що дитина споглядає за стосунками батьків, а в якійсь мірі не закладається і не пояснюється батькам сам, як ти маєш ставитися, наприклад, там, до свого майбутнього чоловіка. Мама свариться на тата, ти сприймаєш чоловіки, о, всі вони такі, ну, тобто, грубо кажучи. Але кажуть, що зараз, вже на сьогоднішній день, показує практика, потрібно якось дитинство закладати. Чи так це, чи ні, і як правильно робити? Ви совершенно праві. Це важливо. Це, ну, скажімо так, біч нашого сьогодні соціуму. О тому, що ми все спускаємо, так сказать, на самотек. Очень важно готовить ребенка с детства. И ребенок, на самом деле, он впитывает ту атмосферу в семье, в которой он растет. То есть родители, мама и папа, это уже образ его будущей семьи. То есть он неосознанно растет в семье, если она дисфункциональная, то он на себя это впитывает, и он таким же вырастает. Это его на подкорку сознания ложится, и он также будет относиться к своей, ну, то есть это муж, то это к жене, если это женщина, то это к мужу. То есть очень важно при ребенке не ссориться, не выяснять отношения, не оскорблять, не приходить на личности. То есть быть таким... В семье должна быть атмосфера любви. Вот когда атмосфера любви, и ребенок это чувствует, он это впитывает, и он вырастает любящим ребенком. Тот, который любит мир, окружающих, других людей. И он сам становится таким... Я люблю этот мир, я люблю себя. А ось дивіться, є ж такі приклади, коли, наприклад, в родині от кажуть, все одно наслідуємо ми моделі батьків, проте бувають випадки, коли не наслідують, от намагаються максимально від цього відсторонитися. Як цей процес от відбувається? Тобто ти береш свого партнера і проговорюєш з ним. У мене була така модель, я так не хочу, давай влаштовувати свої правила. Чи от, ну, от просто як, розумієте, якщо там була така модель, а ти хочеш іншої? А для этого нужно самому пройти все-таки вот внутреннее исцеление. Это муж тебя не изменит, и ты мужа не изменишь, или наоборот. Для этого есть психологи, к которым в идеале обратиться, и он поможет выйти на ту идеальную модель внутреннего человека, кто я, ответить себе на вопрос, кто я.
для чего я. Потому что если уже эта ситуация сложилась, мы можем ее исправить, конечно же. Мы все росли в дисфункциональных семьях. Где-то неполноценная семья была, конечно же. Поэтому в идеале просто самому начать разбираться. И сначала должно прийти решение. Я хочу это сделать, что-то пошло не так, я понимаю, что-то со мной не так. Я принимаю решение, и я иду. То есть можно сказать, я иду и не пойти, а можно принять решение и пойти, и начать что-то менять, прежде всего, самого себя. Так, а я хочу продовжити тему. Ось саме здоровий шлюб, здорові стосунки. На чому вони базуються? Здоровий шлюб. Вы знаете, таких правил прям вот, давайте вот по правилам жить. Но если мы будем жить по правилам, то уже будет закон. Не, ну есть какие-то певні складові. Ну, если коротко, я не хочу вот выходить на какую-то там схему. Да? Если коротко, это любовь. Просто безусловная любовь. Вот мы любим, не я люблю себя, а я люблю своего партнера. Вот, когда тобто, такой альтруистичный погляд? Да, можно так сказать, да. Я люблю тебя безусловно. Вот, он любит меня, я люблю его. Безусловно, любовь, безусловно, она долготерпит, она милосердствует, она не ищет своего, она не радуется неправде, радуется истине. Это любовь, которая безусловная. В нее же можно туда агапе, эрос, филио. То есть агапе — это безусловная любовь, эрос — это наша сексуальная любовь, и филио — это дружба. Вот, в принципе, в такой вот триединстве, да, вот это, можно сказать, такая счастливая семья, когда она в такой полноте. То есть эрос, агапе, филио — мы дружим, мы любим, и мы занимаемся любовью, то есть мы уходим в нашу спальню, и, естественно, то сексуальные стосунки тоже важны. Так, мы, в принципе, зараз говоримо про таку, от, напевно, ідеальну модель шлюбу, яку б хотілося мати. Проте у нас іноді бувають такі ситуації, коли один з партнерів любить, а інший дозволяє себе любити і нерідко користується цим. Як виправити ось цю ситуацію? А этот человек, он хочет исправить эту ситуацию? Если ему так комфортно, он так живет, и он соглашается с ней жить, ну, это его выбор. Если же он говорит, нет, все, стоп, я не хочу, мне это надоело быть жертвой, я принимаю решение, я это делаю, я иду что-то предпринимаю именно собой. Не с партнером, а я всегда начинаю с самого себя. То есть тут принятие решения. Как человек примет это решение, и он захочет ли быть в этой ситуации, или он захочет выйти из нее? Тобто, просто я зрозуміла запитання Максима, чи нормальна це форма в стосунках? Тому що в ідеалі всі ми бачимо і в казках, і в мультфільмах, що він любить її, вона любить його, і померли в один день. Так? А якщо, наприклад, беремо реалії, то є категорії людей, які просто дозволяють себе любити, їм комфортно, а є ті, хто просто отримують кайф від того, що вони люблять. Тобто, чи нормальна це форма? Це не нормально, але це їхній вибір. Ага, так. Тобто таке може бути і кожен вирішує сам. Да. Тепер дивіться, таке запитання. Ми поговорили про те, що є дружба, є сексуальний план, є саме от любов. І я знаю, що пари, вони якби ґрунтуються на або на спільних інтересах, або саме на сексуальному якомусь тяжінні, або це цікаве вподобання їхнє там разом спорт, або ментальний розвиток. Тобто щось одне, що саме, або дружба, як ви сказали. Щось таке спільне, що дійсно їх поєднує, збирає в одній точці. Це нормально, якщо щось одне з цього. Наприклад, умовно кажучи, ми з ним друзі, але все інше, ну, якось так. Так? Наприклад, або ми з ним займаємося спортом, і все інше якось провисає. Або в плані сексуальному. Мені комфортно, але все інше якби переживемо. Чи має бути в усьому рівновага? Я за баланс. Баланс во всьому. Я, коли працюю з дівчинками, да, то в идеале это триединство дух, душа и тело. Точно так же и в семье. Когда баланс идет дух, душа и тело, и они двигаются все одинаково. Если что-то идет перебор, ну, то здесь он и будет дохрамывать. Да? Если мы здесь вот хорошо, то здесь где-то мы хромаем, то так и будет. То есть будет все равно какой-то дисбаланс. Когда баланс он такой ровненький, стабильненький, плюс-минус, тогда уже отношения будут такие же хорошие. Ось цікаво, дух, душа. Чому з мені, наче, це споріднення? В чому різниця? Разница. Дух, душа и тело. Мы все состоим дух, душа и тело. Дух – это наша духовная составляющая, то, что пойдет на небеса. Душа – это наши эмоции. И тело – это то, что тело, вот мы кормим его, занимаемся спортом, мы его тренируем, то есть вот ухаживаем за телом. Клас, тепер я зрозуміла, дякую. Але в мене ще одне запитання. Давай, можна? Давай, я почекаю. Тож дивіться, часто дівчата, наприклад, ну, ми ж такі більш імпульсивні, і є різні теж теорії саме там
грубо кажучи, зради, але коли, наприклад, увага не тільки тобі, а якимось там колегам, оточуючим, ну, ось такі моменти. Чи це в стосунках може бути, чи це нормально? Чи давати дозвіл, якось право своєму партнеру захоплюватися якимось ще? І при цьому якось не втрачати себе? Чи, можливо, все ж таки, якщо кохання, то воно має бути сконцентроване тільки між двома людьми? Я думаю, что да, кохание, любовь – это концентрация между двумя. Если это просто внимание, ну, как знак внимания партнеру по работе, да, там, это необходимость встречи, то это нормально. Mm-hmm. Если же она переходит за рамки нормального, там идет флирт какой-то, уже якобы давай встретимся, попьем чай, кофе, и уже идут какое-то флиртование. А ты скажешь, что флирт мне не потребен, потому что это такая моя вот рыса. Это ваша потребность. Но я имею в виду, если... ви маєте в виду да, у людини, нього, наприклад. Людина пояснює в парі, що ну, от, я от така людина, мені потрібно з кимось ще поспілкуватися, отримати ще якісь емоції. Це нормально потрібно сприймати, чи це вже дзвіночки? Це вже дзвіночок. Це він сам себе, як і вона, це самооправдання, що угу. От я роблю це, тому що. Тобто завжди є якесь тому що, десь закрито. І якщо жінка, у нас дуже розвита інтуїція, вона завжди бачить, вона чує, вона розуміє, що десь щось пішло не так. І может быть, порой не может это объяснить. И она уже вот на грани срыва. Она не может это ему объяснить, но она хочет ему донести. Она начинает свои эмоции выплескивать там, mm-hmm. каким-то там взрывом, там что-то эмоционально может сказать. Развернулась и ушла. А на самом деле она чувствует. Вот есть у женщин вот это чувствование. То есть потребно просто ему пояснить, что переживаешь, так? Конечно, очень важно разговаривать. То, что вот я говорила вначале, что семейная жизнь – это отношения, это разговор между двумя. Садиться, договариваться, общаться, говорить угу. о своих чувствах, о своих эмоциях, о том, что мне неприятно, о том, что… То есть о себе говорить. Не так, что «ах, ты там, вот, ты там сделал то и так», а говорить о себе. І тому це от такі нормальні відносини. Цікаво. Да. Так, ну а мені як чоловіку дуже цікаво от все ж таки саме ця здорова комунікація. Тому що бувають стосунки, коли, наприклад, один із партнерів каже: "Слухай, те, що ти там хочеш, це, будь ласочка, собі залишай, я такий або я така, сприймай мене як хочеш". І, звісно, поведінка та, яка не підходить партнеру. От як в цій ситуації правильно донести до партнера те, що ти хочеш, і те, що тобі не подобається ця поведінка? Опять-таки сидеться разговаривать, мне не нравится, что в той или иной ситуации ты повел так-то и так-то, или повела себя, угу. И это нужно делать не сразу, не на... вот что-то произошел конфликт, что у нас сразу? Эмоции, всплеск, так. Негатив. В идеале это делать, когда уже все успокоилось, угу. Когда уже успокоились, если хочешь уйти там в другую комнату, то есть успокоиться, осознанно прийти опять поговорить. Угу. Ну, в ідеалі. Ну, не всі мужчини хочуть розмовляти. Це да. А як їх розговорити тоді? Навіть іноді, я, дівчата, перепрошую, навіть іноді жінки не хочуть говорити, так що давайте... Ну, ні, ви більше не хочете говорити, то якби зараз проти нас давай тут не напірай. Ну, то якщо, от, Максиму, знаєте, у нас конфлікт в ранковій студії, нашій телевізійній родині. Так. Я кажу, Макс, нам треба поговорити. Він каже, я не хочу, залиш мене в спокої, не зараз. Мої дії, що я маю потім робити? А як ви йому почали це говорити? Макс, давай підемо поговоримо. Як завжди, на емоціях. Перша помилка. Тобто на емоціях ми не говоримо. Ні. Здесь должен быть, у нас есть интуиция, у нас есть обаяние, у нас есть очарование, и мы солнышки, мы милашки. Ага. И мужчина, если ты перед мужчином пристанешь солнышкой, милашкой, такой счастливой, доброй, любящей, ну что, он скажет, давай до свидания? Нет, он, ага. Конечно же, он тебя примет. То есть тот момент принятия, когда это вот заложено в мужчине, вот так Богом созданное они, что если... Женщина идет на него буром, как паровоз, она идет злая, с эмоциями. У него, знаете, такая шторка перед глазами, фон какой-то, что она там говорит, я не слышу, фонит. И все, у него эта шторка закрылась, и он себе пошел. А шторку открыть, это когда мы милые, мы солнышки, мы обаяшки, мы женственные. Вот тогда они уже готовы слушать. Ого, как складно с ними. А ты вчись. Не, так а слухай. Что ты складно, ты складно. Почекайте, сразу запитание. А чому это, значит, я повинна под него підлаштовуватись? Хай він мене підлаштовується, що я така емоційна, хай він мені міленька, сонечка, тра-та-та-та. До речі, це спрацює ця схема для чоловіків? Якщо я також, як оте сонечко, прийду до неї, ну тара, ну там, та-та-та. Спрацює. Звісно, ми ж всі люди, це теж ваша комунікація, ваші отношення, і ви також можете, якщо ви хочете наладити отношення зі своїм партнером, подругою, жіною, то ви прийдете, і ви будете комуніцировати з нею, ви будете, ну, можна сказати, подстраюватися друг по другу.
потому что семья – это построение. Ну, невозможно. Все на самотек. Вот, а это будет, так будет. Это строй. Мы строим себя, мы строим семью, мы строим отношения. Это все, можно сказать, дом, который мы строим. Так. Ну, у мене, дівчата, одразу тут два запитання. Давайте я розпочну з першого. Наскільки, от я знаю, так, з мого власного досвіду, що от розмови у шлюбі повинні починатися спершу з позитивних моментів. Ну, от, типу, якщо ми, наприклад, в ранковій студії з Таран посварилися, я їй кажу: Таран, дивись, ти молодець, тому що ти ось така-така, ти завжди харизматична. А мені не подобається, наприклад, те, як ти себе ведеш, тому що це мене чіпляє. І мені б хотілося. Ця схема працює, чи є якісь інші обхідні такі шляхи? Отлічна схема. А ти так зі мною не говориш? Чуєш, ти сьогодні якась занадто самовпевнена. Ти який, ага. Тепер я після ефіру вам розкажу, чи поспілкувалися ми так, чи ні. Так. Попробуйте. Справа в тому, що ми пробували. Ну, я пробував, а Таран як завжди. Давай, любіть мене. Любіть мене. Так, ну, давайте тепер плавненько перейдемо до другого запитання. Часто буває такий період, що у шлюбі кажуть, ну, все, це просто звичка, ну, ми просто звикли. Так? Як реанімувати ось цю ситуацію? Як знову відродити ось це полум'я, жагу один до одного? Угу. Ну, можна такі кілька рекомендацій, опять-таки, якщо оба хочуть. Тому що якщо один партнер хоче, второй – ні, тут вже складніше. Якщо оба хочуть, в ідеалі повернутися в те состояние, з якого ви починали. Тобто, вот, вони ж як-то поженились, у них же були в початку отношения, букетно-цветочний період. В ідеалі їм повернутися в те состояние і вспомнить, а що було, що ми делали, куди ми ходили, о чому ми говорили, які у нас були інтереси. Тобто, коли человек, когда пара возвращается в то состояние вот такого щастя, ейфории, любви, у них вот эти эмоции, они как зарождаются заново. И вот давая жизнь этим отношениям, ну, это первый такой, самый такой элементарный, это вернуться в те отношения, которые они были. То есть, ну, опять-таки, прилагая усилия. Если же не прилагать усилия, а давай ты начнешь, ну, кто-то должен это начать. И если они оба хотят, они друг друга поддерживают так. И начинают. Добре, а от якщо, наприклад, в сім'ї стався якийсь, ну, мегавеликий конфлікт, спрацює, так, наприклад, такий підход, коли ти будеш, наприклад, своїй половині нагадувати про ось ті моменти, коли ви познайомилися, як було круто. Аби і ж. Ось це, а? Аби ж. Що, не працює? Аби ж нагадували. А, ну, бачиш, чоловіки вчаться швидко. Правда? Правда ж вчаться швидко? Всі вчаться. Всі учаться швидко. И на самом деле на мужчине большая ответственность, потому что он глава семьи. Он над женщиной, а женщина за мужем. И на самом деле для женщины это удобное положение, потому что, в принципе, можно так сказать, так, ты главный, все решай. И для нее это удобно. Но это уже для женщины, которая прожила осознанно какой-то путь свой жизненный, и она говорит, ты главный, молодец. Но при этом она ему помогает, она помощница, она его стимулирует, она дает ему дельные советы. Не так? Так, давай ты там тут порешай, сделай. Это она уже идет как мудро. Вот то, что мы говорили, с улыбкой, нежно, доброй, мягкой. Если у тебя вдруг какие-то есть негативные эмоции, нужно сказать, так, я сейчас негативлю, сейчас у меня будет эмоция. Вот просто говорить ему заранее, чтобы он на себя это не принял. Потому что, как правило, если женщина приходит злая, а ну иди сюда. Да, да. И он, что произошло? Он почему-то думает, что это вот что-то касается его. А у нее там багаж, она пришла с этим багажом и сесть говорить. Вот как у нас в семье. Мы садимся, разговариваем. Так, что-то пошло не так. Мы садимся, разговариваем, друг другу помогаем. Клас. У тебе є запитання? Чи... У мене запитань немає, я просто вже хочу, знаєш, як-то взяти на практику ці правила. Я вже в голові прокрутила, спланувала собі схему. Нам з тобою сьогодні після ефіру доведеться просто сонячно поговорити. Давай без моральних трав. Я тобі обіцяю, що сьогодні буде без них. Мені просто, от ми прекрасну таку тему підняли зараз, підтримка чоловіка. Як правильно у здоровому шлюбі, у здорових стосунках підтримувати чоловіка? Бо це дуже важливо. Я от, наприклад, знаю, я не знаю, от цікаво вашу думку з цього факту також. Від жіночої енергетики залежить успіх чоловіка. Да. Тобто все ж таки це так і є. Вот эта фраза «За успішним мужчиною стоїть успішна жінка». Стоїть і підтримує, так? Ну, не так, але підтримує. Ну, скільки я знаю успішних мужчин, завжди потім беруть у них інтерв'ю, навіть наш президент, да, от жінки, вони допомагають їм, вони десь там
но он глава, он везде, а она там где-то, да, то есть, mm-hmm. ну, он счастлив, она счастлива, все счастливы, потому что все на своих местах. Он главный, а она помощница. Потому что, в принципе, цель наших девочек, ну, как жены, как, ну, как жены, mm-hmm. да, это быть помощницей мужу. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. У мене є запитання, дивіться. Окей, ми його підтримуємо, наштовхуємо, надихаємо. Да. Тільки не штовхаємо, а ну, надихаємо. Кінішкою, так, знаєш, але коли, наприклад, він приходить з роботи, у нього купа своїх проблем, є така теорія, що потрібно залишити його в своїй печері з думками, щоб він їх розв'язав, бо він як чоловік, бо ти наче намагаєшся допомогти, там даєш поради, а він так закриває знову цю шторку mm-hmm. і не хоче говорити. Так от як тут правильно? Чи вірна ця теорія чи ні? І що робити в цьому випадку? Теорія вірна, коли мужчина приходит домой, он пришел, у него было множество встреч, бизнес-встречи, были конфликты, возможно, какие-то ситуации на дороге, подрезали, ну, масса, не знаю, бизнес пошел не так, все что угодно. И он приходит домой, а он глава, на нем все семейство, муж, жена, может, еще и бабушка, теща там. Он приходит домой, и у него вот этот весь груз. И он приходит, тут жена его встречает со своими проблемами. Он тут, поэтому теория 30 минут, она существует. Mm-hmm. Когда муж приходит домой, 30 минут ему вдох-выдох, перезагрузиться, ага. он приходит в атмосферу вот, домашнюю. Поэтому здесь жена фея уюта. И она создает этот уют, комфорт, когда ему хочется вернуться. Он пришел один раз, его приняли. Пришел второй раз, его приняли. А если его не принимают, он будет искать этот уют где-то на другой стороне, чтобы туда прийти, где его примут. Поэтому, угу. когда мы создаем уют, куда он приходит, он возвращается, он знает, что он там принятый. И вот мы вот такие феи, мы создаем этот уют, чтобы его приняли, поняли, и 30 минут не давать ему, ну 30, может 40 минут, пусть выдыхает. Вот просто не детей вешать на него сверху. Вот, вот ты с Ванькой не играл сегодня, на тебе, я весь день с ним устала. То есть вот дать ему возможность перезагрузиться, понять, осознать, что он дома. Ну, а коли ми, наприклад, намагаємося допомогти йому вирішити його проблеми, то в такій ситуації відчуває себе слабкішим, чи як це? Тому що деякі сприймають цей стан, їм подобається, коли жінка все повирішувала. А є ці, хто прям зляться і закриваються. Тобто, чи відчувають на себе слабкими, і чи нормально, якщо вони це сприймають? Ну, я не знаю, это уже у каждого, выбор каждого мужчины. Он может быть и слабым, он может быть мамочкин, он может быть сильным. Это уже об его ответственности. Mm-hmm. Это, если он понимает это, и, возможно, жена где-то помогла ему быть, нянчила его мамочка, и он стал таким мамочкиным сыночком, потому что мамы не было, она ему заменяет эту маму, и у них уже пошло вот это, что я говорила, глава, и, то есть глава муж, глава, а не жена. А когда она мамочка, то происходит наоборот, и вот он становится таким маленьким, маменькиним синочком. А як не перейти у цю межу? Оце цікаво. Тобто, щоб не стати мамочкою, а все ж таки бути цією феєчкою. Каждая женщина и каждый мужчина в идеале проходить психотерапию, то есть психологом. Если же, ну хорошо, не можешь ты позволить себе психолога. Есть множество книг, есть множество YouTube-каналов, где ты можешь сесть и найти хорошего, нормального психолога. Тоже есть психологи разные. Тут, ну хорошо, каждому по душе. Поэтому я за то, чтобы вообще в нашей стране начинали психологию со школы, mm-hmm. вот, чтобы это был как предмет. И когда мы растем уже в правильной психологии, понимание осознанности, что такое mm-hmm. семья, отношения между мужчиной и женщиной, что такое маменькин сыночек, да, как не стать вот этой женщиной, mm-hmm. которая нянчит своего мужа. Это все об этом. А вот саме від вас хочется цієї поради, знаете, например, зараз нашим глядачкам про те, что вы не маєте бути мамочками, ось, наприклад, найголовніше правило, там, менше жаліти, там, чи не знаю, чи якось не переживати, щоб все було наготовано 12 страв, чи щось таке життєве саме з вашого досвіду для наших глядачок. Я думаю, що давати мужчині можливість бути головним. Угу. Не рішати все за нього. Навіть якщо женщина видит, что сейчас вот напортачит, сейчас что-то сделает, дать возможность ему ошибиться. Угу. Пусть сам все решает. Вот пойдет, несколько ошибок совершит, он поймет, что за ним мамочки нету, и начнет действовать уже как самостоятельный мужчина. Класс. Зрозуміло? Мені подобаються поради, да. Все, я, молодець. Все, я тепер, я феєчка. Ну, це вже зрозуміло. Мені хочеться продовжити тему ось цієї здорової розмови між чоловіком та жінкою. І буває таке, що чоловіки, з власного досвіду зараз, от день дійсно і почався не так, і продовжився не так, і ти приходиш додому,
І тебе питають, ну що там, як справи? А ти не починаєш розказувати, а тобі одразу летять якісь поради. Нам вони не потрібні. Ну, я тобі серйозно кажу. І ось тут, чи правильна ось ця позиція, що нам не потрібні зараз ці поради, нам просто, ми можемо просто виговоритися, нас почули і все. І на цьому досить. Вообще удивительно. В основном это поведение женщины. Но бывают случаи, да, когда мужчина действительно, как вы говорите, вот он не хочет. И здесь чувствование самой женщины. На самом деле, если мужчина сказал, мне это не нужно, то все. В этот момент не трогать его. Просто не трогать. Потому что, как правило, а что, а ты? Это все опять-таки конфликт, возбуждение такой негативной атмосферы в семье. Ну, то есть женщина, она сама может увидеть, когда стопе сказать, все, стоп. И он это сказал. То есть нужно внимательно слушать мужа. Если он это сказал, проговорил, он не просто так сказал. Ну так, он что-то в этом имел в виду. То есть есть какая-то в этом соль. И тут важно, чтобы жена услышала и не делала этого. Есть такой психологически классный вот видеоролик, вот просто не делай этого, вот можно забить YouTube, не делай этого, и все, все вопросы, все проблемы решаются, просто не делать этого. Класно. Так, у мене тут також назріло одне запитання, яке от саме з приводу порад, так? От іноді в сім'ї досить таки важко, щоб і самому почути партнера, і щоб тебе партнер почув. Просто буває таке, що партнер наче намагається якось силкою чи свого партнера, так, про нього чи піклуватися, чи ще щось, знаєте, ось ця гіперопіка. Турбота. Так, ну, гіпертурбота, так. От як з цим також бути, як це врегулювати нормально? Якщо чоловік займається таким гіперопікою, проблема в ньому. Що робити для того, щоб цього не відбувалося? Не делать этого. Угу. Тобто все просто, ну, все гениально, настільки просте. Да. Тобто не робіть. Не нужно там думать что-то, вот сейчас что-то, сейчас вот какую-то формулу создам, все. На самом деле в отношениях просто, ну, просто любовь, все. Когда любовь безусловно, без условий, ты даешь, ты живешь с этим человеком, потому что ты хочешь дать ему любовь. Когда понять это, принять, осознать это понимание, что такое любовь, это не так мне. А вот здесь тоже о любви. Это тоже о любви, о принятии. Так. И гиперопека, она на самом деле, ну, мешает человеку двигаться дальше. Так. Она ему ставит преграды. То есть мы все решаем за него, а он сам не двигается. А у него есть какая-то цель своя, жизненная позиция, которую он просто вот он ее не видит, потому что все время его гиперопекают. Этому человеку рекомендуется, конечно, просто этого не делать, если он это понимает. Если нет, пока ему кто-то об этом не скажет. И он... Угу, да, с ним это происходит. Но мы не можем этого человека просто удержать, не делая этого, пока он сам до этого не придет и не поймет, не осознает и перестанет это делать. Так, ну і ми, знаєте, так досить плавненько перейшли також до категорії людей, яким просто конче необхідна ось ця турбота. Тобто вони не можуть нічого самі робити. От тут як правильніше? Все ж таки турбуватися про них чи залишити напризволяще, нехай якби випливають, ну, тому що дорослі. О каких людях сейчас идет речь, которые инвалиды и не могут ничего делать? Ні-ні-ні, ми зараз, ні-ні, ми саме зараз говоримо про шлюб. От є чоловіки, які... Там теж є інваліди. Ну, тут з якоїсь сторони подивитися, так, тому що, ну, всі ж травмовані життя. Да-да-да. От, так якось правильно з цими людьми, ну, співпрацювати, напевно, чи працювати у шлюбі? Любіть їх просто. У мене на все один відповідь. Але ж виходить так, що просто тут я для себе бачу дві сторони медалі. Тому що якщо ми їх любимо, то ми, виходить, підживлюємо ось цю турботу про них. І вони зложили лапки отак, ну і все, люби мене. Ну, тут уже о чем речь конкретно. Если он сидит на диване и ничего не делает, и люби меня такого красавца, то это уже проблема. Так. И проблема тоже в этой женщине, которая помогает ему это делать. То есть она, видимо, ему носит постоянно на подносике кушать все это, там слюнявчик, подтирает его, стирает, гладит, и говорит, вот, и он лежит, люби меня такого красивого. Здесь, конечно, вопрос в той женщине, которая ему, она соучастник этого преступления. То есть это уже такая социальная зависимость, то есть человек зависим от этой женщины. Ну что, если она осознала это, и она перестает это делать, она пошла к психологу, и она решает этот вопрос. Но мы не можем заставить эту там, женщину, либо этого мужчину, бывает и мужчины так тоже поступают. Это и их решение. Если тобто они принимают... Варто принять и все? Конечно. Прежде всего,
исцеление происходит, когда человек принимает решение. Я хочу это изменить в себе. Он принял решение, он идет к психологу вместе с наставником, проходит это исцеление. Если нет финансов, хорошо, он может открыть книжки. Очень много книжек по психологии, где как начать жизнь с нуля, к примеру, психологически. Да? То есть, и человек начинает менять себя прежде всего. Есть много таких хороших, добрых наших родных, близких, которые так, в твоей семье вот это неправильно, это не работает. То есть, ну, если прийти и сказать, ты не прав, ты такой, мы навешали ярлыки, чего нельзя делать. То есть здесь вопрос уже, как человек сам относится к этой ситуации. Если же ты пришел как солнышко, объяснил ему в любви и корректности, и он где-то понял, может быть, встретился с психологом, который ему намекнул. То есть здесь вопрос... Как ты подашь эту информацию? Если ты приходишь и говоришь ему с точки зрения «ты виновен», у человека закрытость. Если ты приходишь, ну, человек приходит и говорит ему это все со стороны любви, принятия, он может прислушаться и начать что-то менять в этой семье. То есть если мы хотим повлиять на эту семью, и вот мы увидели такую ситуацию. Як я зрозуміла, головне просто любити просто так, якщо ти любиш знаходити силу на звичайне спілкування, вгамування своїх емоцій. Так? Да, ідеально. Дивіться, феєчка, зрозуміло, до феєчки донесли. Дівчата, давайте будемо з вами більш феєчками. Хлопці, будете більш мужніми. Максиме, давай відповідай за чоловічу сторону. Ми дякуємо вам за те, що ви розпочали ранок з нами. Дякуємо вам за цей важливий меседж і за ці поради. Тому що... Одвічне питання, що ж таке здоровий шлюб? Відповідь ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не забудьте підписатися. А також хочемо вам нагадати, що на нашому YouTube-каналі досить багато цікавих гостей і актуальних тем. Тому обов'язково пишіть свої коментарі і ставте свої вподобайки.